Здравствуйте! В эфире программа «Свое дело». Сегодня мы расскажем о том, какие возможности начинающим предпринимателям представляет Центр занятости населения. И на примере других покажем, как ими можно воспользоваться. Римма Хабибуллина по образованию экономист, однако нашла себя совсем в другой профессии. 3 года назад она увлеклась изготовлением свечей. Сначала занимался этим в свободное время, а после задумался об открытии собственного производства, которое будет приносить доход. За помощью девушка обратилась в городской центр занятости населения, написала бизнес-план и получила почти 60 тысяч рублей подъемных. Увидела эту программу в интернете и решила поучаствовать в ней. Пришла, мне в центре все объяснили, подсказали, как правильно написать бизнес-план, и после этого я уже получила вот эту субсидию в 58 800. Купили небольшое оборудование, начали ездить на мастер-классы. Очень востребованы сейчас в Самаре. И так потихонечку открыли торговый отдел в торговом центре. Таких примеров по Самарской области целое множество. Ежегодно в этой программе участвует порядка 70 человек, и это только в Самаре. Они пишут бизнес-планы и получают средства на открытие бизнеса. Придя в центр занятости, у человека, безусловно, есть возможность по открытию своего собственного дела. Для этого он должен написать бизнес-план, который мы проверим и вынесем на комиссию. Комиссия, одобрив этот бизнес-план, дает, что называется, путевку в жизнь человек для того, чтобы он открыл свое собственное дело. И на это открытие, на покупку основных средств, ему выделяется 58 800 рублей. Плюс также мы выделяем еще 800 рублей на то, чтобы оплатить госпошлину и нотариальные расходы. Это для частного предпринимателя. Соответственно, каждый год такой услугой пользуется порядка 74 человек. Вот в этом году уже тоже такие часть грантов мы уже выдали. Ну и сейчас рассматриваются тоже бизнес-планы. В Центре занятости населения действует еще одна программа, которая может заинтересовать предпринимателей. Создавая рабочие места для людей с ограниченными возможностями, работодатель получает от государства дополнительные средства в размере 65 тысяч рублей за каждого нового работника, а также компенсацию заработной платы на этих сотрудников в течение целого года. На сегодняшний день, естественно, эта программа очень актуальна. Это связано с тем, что очень много граждан с инвалидностью обращаются с целью поиска работы. К нам обращаются граждане, даже не обязательно, которые зарегистрированы в центре занятости. То есть, естественно, сейчас мы очень активно информируем и работодателей, и граждан о том, что есть у нас такие услуги, и мы можем помочь как работодателю укомплектовать свои рабочие места, так и работнику найти себе работу. Этой возможностью воспользовалась и Римма Хабибуллина. Она приняла на работу сразу 2 новых сотрудников. При помощи государственных средств оборудовала им рабочие места и создала все условия для комфортной работы. Работа хорошая, спокойная. Ну, самое главное, требует аккуратности, внимательности. Ну и, само собой, кабинет там после своей рабочей смены в порядке оставлять. Трудится на этом производстве Рамис Давлетшин совсем недавно. Молодой человек имеет высшее образование, однако по состоянию здоровья не может работать в своей профессии. Те же обстоятельства толкнули на поиски и Сергея Кадерова. Он 17 лет работал в правоохранительных органах, получил травму и был вынужден выйти на пенсию по инвалидности. Однако сидеть без дела не в его характере, и он нашел себя здесь. Делом свечки. Работа очень простая, не очень трудоемкая. Самое главное – соблюдать процесс, технику безопасности. Свечки они заливаются, чтобы воск был всегда горячим. Заливается в форму, он потом застывает. И все. Застывает, потом вытаскивается. Потом отправляется дальше. Из него делают свечку.
красивую. Процесс производства очень интересный и требует определенных хитростей, которых сотрудники не раскрывают. Пока в команде Римы Хабибуллиной работает 3 человека. У каждого свои задачи и планы на рабочий день. Рима проводит мастер-классы и участвует в различных выставках, помогает освоить это дело другим. Вспоминая о том, как все начиналось, она говорит, что особых трудностей не возникало. Большое желание помогло преодолеть все преграды. Как таковых, мне кажется, трудностей не было. Единственное, ну, конечно, вот если заниматься уже более профессионально, нужно хорошее качественное оборудование. Так как денег особо не было, решили воспользоваться помощью Центра занятости населения и получили небольшую субсидию, купили вот оборудование. Начали выезжать на мастер-классы. И после этого уже подумали о расширении. Бизнесвумен успешно выиграла грант от Министерства экономического развития Самарской области. 300 тысяч рублей. С помощью этих средств она открыла еще одну точку в одном из торговых центров города. И теперь активно развивается. В прошлом выпуске мы говорили о том, какую поддержку инновационные предприятия могут получить в Самарской области. Сегодня мы продолжаем беседу. На все вопросы отвечает эксперт в этой области Сергей Богданов. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто может претендовать на грантовую поддержку? У каждого конкурса есть определенные критерии отбора. Это надо смотреть конкретно по каждому конкурсу. Но в основном всегда смотрят на 3 вещи. Смотрят на, собственно, сам проект. Смотрят на, ну, то есть на научную новизну, на какая в нем инновационность, смотрят на команду и смотрят на рынок, насколько вообще большой потенциал у самого рынка. Раз уж мы заговорили о финансировании, какая еще поддержка существует для инновационных предприятий в Самарской области? В Самарской области у нас, в первую очередь, есть замечательная возможность. В прошлом году у нас учрежден наноцентр совместно с Роснано. И, собственно, в нем есть 1 миллиард рублей для того, чтобы инвестировать в проекты, которые связаны с нанотехнологиями. Ну и, насколько нам известно, сейчас идет активный поиск этих проектов и еженедельно идет рассмотрение заявок. Собственно, этот фонд направлен на то, чтобы именно инвестировать в все проекты, которые связаны с наноиндустрией. Для всех остальных проектов мы предлагаем воспользоваться средствами федеральных институтов развития, в первую очередь фонда Бортника. Мы, собственно, являемся как региональный центр инноваций представительством данного фонда в Самарской области. И сейчас этим фондом объявлено сразу несколько программ, благодаря которым можно привлечь инвестиции и средства государственной поддержки в свой проект. Ну, например, на форуме Иволга у нас идет отбор проектов по программе «Умник», который получит по 400 тысяч рублей. Это для тех молодых ребят, у кого есть проект на уровне идеи, для того, чтобы просто этим заниматься и, соответственно, проработать эту идею и потом, возможно, на ней построить бизнес. Есть программа «Старт». Это программа для тех компаний, которые организованы не старше 2 лет. И сейчас, кстати, можно подаваться и как физическому лицу, и только в случае победы уже организовать юридическое лицо, организовать ООО. Там предоставляется грант в размере 1 000 000 рублей на первый год, 2 миллиона на второй, третий год 3 миллиона. Ну, на второй, третий год там необходимо привлечь софинансирование такие же суммы. В каких еще программах могут поучаствовать самарские стартапы? На самом деле, кроме нашей акселерационной программы, сейчас в России есть и федеральный акселератор. Это, в первую очередь, фонд развития интернет-инициатив. Данный акселератор является не только крупнейшим в России, но и крупнейшим в Европе. У них там сейчас, насколько я знаю, около 6 миллиардов денег, и они инвестируют в стартапы на входе. Если наша программа, по сути, бесплатная, но с другой стороны, мы и не забираем долю, то там примерно 7% доли от компании забирает акселератор, но он предоставляет примерно около, сейчас, насколько я помню, около 50 тысяч долларов там, в эквиваленте в рублях инвестиций. Ну, собственно, еще есть много акселераторов частных в России, в том числе есть отделение международных акселераторов, таких как Founder Institute. Ну, то есть мы, конечно же, тех ребят, которые выпускаются из нашего акселератора, помогаем им попасть уже дальше в другие образовательные программы, уже на федеральном уровне. Заключительный вопрос. Куда можно обратиться, чтобы подробнее узнать о работе этих программ? Обращаться надо к нам в региональный центр инноваций Самарской области. Мы находимся по адресу улица Молодогвардейского, 151. Это первый корпус ГАУ, вход старца здания с стороны студенческого переулка. Мы работаем с 9 утра и до 7 вечера. Можно приходить в любое время.
Мы всегда открыты. Также вся информация есть на нашем сайте startupsamara.ru. Сергей, я благодарю вас за информацию. Надеюсь, предприниматели ей обязательно воспользуются.